Неудача в мирном регулировании сирийского конфликта – это общий провал мирового сообщества. Такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. Правительственные армии противостоят многочисленные группировки. По данным международной организации, жертвами конфликта стали около 300 тысяч сирийцев. Генсек в связи с этим призвал всех, цитата, «задействовать свое влияние, восстановить режим прекращения боевых действий, а также обеспечить доставку гуманитарной помощи нуждающимся в ней сирийцам».